Новый год к нам спешит, волшебство стучится в дверь. Театральный центр «Жаворонки» превратился в самую настоящую резиденцию Деда Мороза. Мы впервые наш садик преобразовали во владение Деда Мороза. Организовали разные зоны, в которых дети наши в сопровождении Дедушки Мороза могут отгадать загадки, сложить сказочные пазлы у Снежной Королевы, вместе со зверюшками из леса нарядить нашу елку. Увлекательные игры, квесты, соревнования. В резиденции есть все. Подарки от главы Одинцовского округа Андрея Иванова детям вручили Дедушка Мороз со Снегурочкой. Очень интересная смесь каких-то мультиков и актерской игры. Очень здорово. Во дворе просто невероятная красота. Даже мы его не узнали, когда приехали. Столько сказочных героев, сказочных персонажей. Дети так бегали везде, какие-то задания. Дети в восторге от игр. Они были очень активные, очень разнообразные. Никогда не видела, чтобы у меня младший ребенок танцевал вот так вот для всех, потому что он очень стеснительный. И спектакль. Спектакль был великолепен. Мне очень понравился. Как, в принципе, мы прошлый год все время были, все года. И очень интересно, здорово, весело. Здесь снежное царство, волшебный зимний лес и логово разбойников. Дети на время очутились в сказочной стране. Уходить отказывались, и неспроста. Волшебные герои, которые сопровождали детей в резиденции, сумели создать магическую атмосферу. Эмилия Ракелян, телекомпания «Одинцово».